Значит, это было у бабушки, которая по папиной линии, Антонина Алексеевна. У них, значит, была квартира Хрущевка там, но было два телефона. Вот. И мне бабушка говорит, типа, ну, надо, хорошо ты себя вел, надо, значит, ну, этому Деду Морозу подарок, чтобы он тебе сказал, чтобы ты ему сказал, какой... Берет так, значит, набирает что-то на телефоне, значит, дает мне трубку. Я, значит, она говорит, говорит, там Дед Мороз на проводе. Ну, и она тихо и сам идет туда, в соседнюю комнату, берет трубку, чтобы послушать, что я скажу. Вот. Ну, я говорю, что я хочу машину с краном. И я очень четко представлял, какая машина, потому что, видимо, я ее где-то видел в детском саду. Ну, я подробно рассказал, насколько я, так сказать, с Дедом Морозом. Бабушка уходит, говорит, вообще Дед Мороз, все, доволен, уехал. По телам. Я думаю, что он со мной не разговаривает? Что за свинство? Да, вот. Ну, в общем, короче говоря, конечно, они такого крана не нашли, мне подарили какой-то конструктор. Я никак не могу понять. Ну, зачем? Вот это я звонил, объяснял. Что вообще это такое? В общем, было дикое разочарование в Деде Морозе.